первый Зимин. Денбю рядом. Якупов против него. Даугавинш. Якупов выходит победителем этой дуэли. Загорна выходит вдвоем. Ой, что делает. Тодыков-то отбивает. Бросок Пьянова. Ну и интрига, которую ты хотел, все-таки свершилась. Загорна забивает. Да это уже, ты знаешь, интригой-то, конечно, можно назвать. Но 2 минуты это очень мало для Амура. Хотя 2 минуты для того, чтобы забросить 2 шайбы. Вдвоем выходят Загорный и Пьянов против защитника Витязя. Это был Вячеслав Сараев. Ну и вот Тодыков, кстати говоря, отразил классный момент.